Интеграция, партнерство, сотрудничество. В газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» сегодня вышла статья, посвященная идее главы нашего государства евразийской интеграции. Как пишут издания, в 2001 году, когда Евразес только создавался, все страны-участницы находились у подножия интеграционной пирамиды, но впоследствии вышли каждая на свою высоту. Тесное взаимодействие позволяет вести единую внешнеторговую политику, противостоять внешним угрозам и вызовам в области экономики. Ради этих же целей Казахстан, Россия и Беларусь создают сегодня Евразийский экономический союз.